Привет. Здравствуйте. Здрасте. Здорово. На почетное место, куда мы вот туда, чтобы Сина. Еще и свет там был. Нет. Я не могу сказать, что я там большой знаток театра, да, театрального искусства. Это мне огромный минус. К сожалению, сейчас так работы в последнее время особенно загружены, что времени нет вообще даже как бы на личные какие-то там дела. Вот, но иногда получается посещать вот, подобные мероприятия, да, и вот в том числе ваш спектакль очень, очень классно было, мне очень понравилось. Причем я честно скажу, не буду врать, были какие-то дела вечером, которые мне просто необходимо очень было сделать. Я не стал отвлекаться на них, потому что я пришел и думал, так, ну сейчас вот там как-то посижу, там культурник, да. Ну просто надо было обязательно ехать. Я в итоге просидел весь спектакль. Мало того, во мне там появились чувства, да, какие-то вот в процессе так, вот этого всего происходящего. Сидел, то, а мальчишка, когда вышел, когда сказал вот эти слова, я такой, ну, сижу аж прям, ну, слезы реально, я такой. То же самое, если человек погружается в вот те обстоятельства вместе с исполнителем, зрителем, да, предлагаем ему вот эти обстоятельства, и он живет в них, вот когда книгу мы читаем, да, когда мы там в ней внутри находимся. Если ты, то спектакль удачный и достаточно, ну, имеет большую перспективу развития, более того, да. Интересно смотреть на те вещи, которые очевидны, но мы о них не думаем. Вот это вот самое обидное, что ты сидишь, для себя я имею в виду обидно, ты сидишь, смотришь, ты реально понимаешь, что ты такой же точно, как и этот человек, и у тебя тоже какие-то есть комплексы, проблемы, которые ты должен в первую очередь со стороны себя посмотреть и их решить для себя, да. Но появляется некий там Миша, который его на путь истинный направляет. Это может быть ангел-хранитель, который пришел в человека, да? Я когда посмотрел, говорю, Серый, нам нужно кино такое снимать. Вот это кино, это очень интересно. Почему? Потому что можно его по-разному увидеть, да, по-разному построить. Если есть команда единомышленников, да, написать хороший сценарий, снять кино. Спектакль суперский получился, мне очень понравилось. И все, кто выходили, все под впечатлением. Вот это главное. А музыка не мешала? Нет, наоборот. Мне музыка как раз слушалась. Мне кажется, что это такое некое, ну, вмешательство кино вот, в театральную установку, да, такое, мне, как кажется, да, вот в этом плане, нет? Вот, ну, я к тому, что музыка часто в кино поддерживается, да, и также на сцене, в театре поддерживается. Но здесь как-то такое было ощущение, вот Женя, что... Вот Женя у нас композитор, это он написал музыку. Классно, молодец. Супер. Приятно. Мне понравилось. Я даже сказал некоторым своим друзьям, и сегодня там летим, ребята сидели, главный герой, да? Я тоже говорил, вот ходи, как это Сереге, всем слово. Да, и вышел так под впечатлением, я говорю, интересно посмотреть. А Серёжа, тебе понравился? Понравился. Я ему высказал вчера свое мнение по поводу там каких-то моментов. Не, ну, не знаю, если уместно об этом здесь говорить, но это мое сугубо... Конечно, ты че? Это мое такое мнение, ну, личное, поэтому я могу и ошибаться, могу нет. Я как просто, я считаю так, я как профессиональный зритель, наверное, да, больше смотрел его там непосредственно работу. Ну вот я поэтому так говорю, как профессиональный зритель, потому что я все-таки в профессии, да, я сам все время учусь. Ну Сережа молодец, он хорошо воспринимает, он слышит. Я еще ему сказал, говорю, я удивлен очень, что ребята, да, которые вот, ну, вы там все это организовывали, они тебе доверили главную роль. Вот, не, я ему сказал честно, потому что это. Я думал, ну у него там роль такая, знаешь, как бы один из таких основных персонажей, он больше стоит, молчит, фактурой работает, а у него ты там, блин, поработать еще и поработать, да? Да, он поработал хорошо, молодец. Ну вот, и молодец. Я, честно говоря, приятно удивлен был, потому что и то, что и звуки, да. Не, ну а что-то, я тебе и те стороны, которые мне не понравились, тоже сказал. Сергей, про режиссуру. Что-нибудь там хотелось бы, например, добавить, например, или как-то поменять, вот что-то. Знаете, наверное, все-таки нужно мне его посмотреть еще раз.